Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я чувствую позитивные изменения в своей жизни. Повторяем один раз, и вы посмотрите, что сегодня вас ожидают счастливые изменения. Ну а теперь небесное послание на 25 марта. Искренняя радость. Одним из самых лучших ориентиров вашей жизни является искренняя радость. Чтобы понять, что такое чувство радость, нужно почувствовать в себе эту энергию. Она протекает в вашей душе, проходит по всему телу, словно вода. Она обволакивает вас изнутри. Научиться ощущать истинную радость очень просто. Прежде всего, нужно научиться доверять жизни и Вселенной. Примите каждое событие в вашей жизни как высший дар, как урок и как бесценный опыт. Если вы расслаблены и доверяете миру вокруг вас, то энергия истинной радости окутывает и становится частью вас. Некоторые, прислушиваясь к своим ощущениям, говорят о радости, чувствуют тепло в теле, кто-то представляет золотистое свечение. Приняв реальность такой, какая она есть, не сопротивляясь ей, не боясь ее и отвергая, вы способны ощутить это состояние. Для этого вам нужно выдохнуть, расслабиться всем телом и отпустить бурный поток мысли, а затем прислушаться к своим ощущениям в теле и почувствовать голос внутренней радости. Ощутите, как ее энергия растекается по вашему телу, как она заполняет вас собой. И тогда это божественное состояние станет вашим проводником в новый прекрасный мир и будет вашей поддержкой в те моменты, когда она особенно необходима. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. «Я ощущаю, как радость от предстоящего дня меня переполняет». Вот повторяйте 7 раз, и вы посмотрите, что для вас сегодня день пройдет радостно и счастливо.